Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Мария Ситтель. И 27 января Высшая школа кино и телевидения Останкино вновь готова распахнуть для вас свои двери. Высшая школа Останкино – это первая и старейшая школа телевидения в России. В 19 году школе исполняется 20 лет. И 27 января мы приглашаем вас окунуться в атмосферу телевидения и кино, театра и режиссуры, актерского и журналистского мастерства. На Дне открытых дверей вы сможете узнать все о высшей школе, пообщаться с мастерами, задать интересующие вас вопросы и получить ответы из первых уст. И на нашем совместном мастер-классе с легендой MTV Александром Анатольевичем мы приоткроем некоторые профессиональные секреты. И вы сможете попробовать себя в роли телеведущего. Итак, ждем вас 27 января в Высшей школе Останкино на Дне открытых дверей. Приходите, будет интересно.